Құрбатты көрермандар, мына шенте патшылыш әзімнен кейін біз ұлантамыз. Самбо бойынша Қырғыз Республикасының чемпионаты Қабылы Қожымқұл атындағы спорт ордасында беттештер өтіп жатқандығын қосып жалып кетейік. Жаңа 79 килограмм салмақ шеңбердік. Дәл ұшыл күжірмен самбо бойынша мелдештер ұланады. Кейінгі беттеш Батбек Керимбеков жана Элиман Исманов. Беш мүнөткө созулат билесиздер беттеш. Азыр калсын ышкыргы жаңыргандан кийин гана ыкмалар жасалды. Ошол себептен буга чейинки аракеттер үчүн упайлар берилген жок. Кремнин сыртына чыгып кетти, азыр эскертүү. Бул аракет үчүн эми кремнин жөн жерден чыкпайт албетте, пассивдүүлүк көрсөткөндүгү үчүн. Мына ушундай кадамдарга барды. Азыр экинчи эскертүү, ойлаш керек. Мындай аракет менен акыры жеңил узасындагы тартып калышы толук ыктымал мынакей. Нокдаунды демек эсептеген экен бул эпизодто. Мушкер бардыгы жайында экендигин билдирди. Жана 4 упай даро 5-0. Кайрадан азыр мына атаандашын алдыга. Кайрадан азыр чабуулда. Дагы бир эскертүү берет менимче көк кийимченге ага. Үчүнчү эскертүү жана упай кетти. 6-0. Бирок ага карабасан кайрадан эле сыртка чыгууда. Дагы бир эскертүү, дагы бир упай кызылга 7-0. Жана 4-үнчү эскертүү болгондугуна байланыштуу эми мүнөттөн мурда жыйынтыктатып отурат. Кийинки беттештерди көрөбүз. Буга чейинки беттештер Жалал-Абад облусунун өкүлү Кымбатбек Керимбеков ишенимдүү жеңишти камсыз кылды. Жана андан ары улантабыз. Ушул эле салмак категория 79 килограмм. Анда эмесе 5 мүнөткө созула турган күрөштүн алгачкы секундалары. Эльхан Орозалиев жана Эльзарбек Абдымуфтар уулу. Азырынча активдүү аракеттер боло элек. Мына эми гана тизеге узатылган сокку атаандаш үчүн бир аз оңтойсуз болгонуна карабастан, андан ары тура абалында карсылаш күчтүү экендигин түшүндү окшойт дагы. Натыйжада бутка кирди.
Бирок мындай абалда ийгилик болбойт. Азыр эки тарапка тең эскертүү берсе жарашчу да, анткени ортодогу калыстын ышкыргы бир эмес 3-4 жолу жаңырды окшойт. Ортодогу калысты азыр бул килемдин башкы калысы, килемдин жетекчиси чакырып ага дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп окшойт. Эскертүү берилди көк кийимчен балбанга. Оң буту менен түш тарапты көздөйт. Сокку. Ай-ай-ай, Азамат бутка кирип атаандашын жерге жыгытты. Далс менен 4 упай. 4 упайга бааланды жана 4-1 эсебинде алдыга чыгып алды. Атаандашын кармап турат да 10 секунд өттү окшойт жана 20 секунд болсо дагы 4 упай кетет дагы, жалпы 8-0 айланат. 8-0 менимче. Жок, 2 гана упай берди, анткени бир далыс менен эле жаткан экен. 6-0 эсебинде беттеш уланат. Абал оор Элиман Исманов үчүн. Бирок убакыт бар жетиштүү деңгээлде. Бул беттештин оон өз тарапка буруп кетүүгө аракет кылса болот. На 17 февральдан баштап эле бул жакта грэплинг, ар кайсы күрөшүн түрлөрү боюнча чемпионаттар өткөрүлүп келген жана баардык бириги бир гана мына ушундай. Элхан Орозалиев жеңишке жетти. Элхан Орозалиев Барс спорт клубу Жалабаттан келген Элизарбек Абдумуктар уулунан күчтүү болуп чыкты. Мөөнөтүнөн мурда жеңишке жетти. Биз улантабыз. Мирлан Абдирашитов жана Искендер Абдурмаманов. Ортодогу калысты өзүнө чакырып кайрадан ага көрсөтмөлөрдү берүүдө. Килемдин башкы калысы азыр эмне болду? Спортчунун бут кийиминде бир аз маселе барбы? Өзүнө чакырып азыр текшерүү жүрүүдө. Мираш Асылбеков менен Искендер Абдыраманов. Искендер Абдырамановдун беттеши. Демек азыр эмне болду? Бут кийиминин өзгөртүшү керек окшойт. Андыктан техникалык тайм-аут бизде.
Құрбатты көрмандар, белгілеп өттөлі самбо бойынша Қырғызстан чемпионаты 3 күнгі созылады. 24-25 февраль күндері дағы ертең менеңгі сат 10:00-ден баштап сіздер беттештерде түз эфирде ұлттық спорт телеканалдан көрсеңіздер болады. Әме мұндай уақытты созып жатқандығы үшін сөз түрде ескерту беріш керек. Атандашқа мұндай әрекет үшін беру пайда жасып қойсы деле туыра болады. Мен бір ғана бұл атандаштың ғана уақытысын алған жоқ. Жалпы ұйыштыру іштерін бұл чемпионаттың ұзақтығын қармап жатады. Гүйірмандарды күттіріп жатады. Бардық нәрсеге даяр болып шығышы керек. Демек, бұт киім киіп шығып алған оқшойды, жана натыжады азыр. Упай бермейді бірок. Жоң ғана ескерті, өзекке ескерті, бір өзекке деп жазылды. Бірок мұншалық уақытты чойғандық үшін, ережені бұзып, ережеге лайық кийініп шықпағандық үшін дағы, менімше, жаза алышы керек болчу. Бир упай менимче бул нерсе үчүн жетиштүү. Ота бул жерде өтө мыкты деңгээлде жана атандаштын кармаганга мүмкүнчүлүк бар. Ушул эпизодто деги Чолбой каласынын ышкырыгы жаңырды. Балбандар кеминин сыртына чыгып кетти окшойт деген божомол жана упай жок. Бирок Искендер Абдыраманов ушул жерде атандашын жакшы эле көтөрүп чапканда таасир калтырган жок дегенде эки упай барбы деген ойлор келген, бирок калыстар андай чечимге барбады. Бир мүнөт артта калды. Спортчулар бири бирин алыстан кармап гана тең болду. Азыр кайрадан тыныгуу. Бул жерде Искендер Абдрамановдун баш кийими жерге түшүп кеткен. Азыр өзүнүн секундантына барып баш кийимин оңдоп жатат. Эмне болду? Башка шлемди сурап жатат окшойт машыктыруучусу. Ай-ай-ай, азыр өтө көп тыныгуу. Мына кайрадан күтүлбөгөн учурда ушундай тыныгуу жаралып отурат. Анда эмесе бардыгы жайында беттеште уланса болот. Жана ушул жерде мүмкүнчүлүк бар азыр Мираш Асылбековто. Атандашын колун жакшырап карбапш керек. Өз үчүрүндө Искендер жакшы эле тырышууда жана бошонуп кетти окшойт менимче. Эки далыс тең жерге тийген жок, бирок ошентсе дагы кармоону эсепке алууда. Эки упай. Бул жерде бир каптал менен гана бир далысы жерге тийип гана кармалып турган. Эки упай. Мираш Асылбековтун пайдасында Искендер Абдраманов болсо кайрадан. Кайрадан бизде тыныгуу. Бардыгы жайында Искендер Абдраманов Беташлантуга даяр. Эсеп 2-0. Мираш Асылбеков алда келе жаткандыгын кошумчалап кетели.
Жена қайрадан назыр партерде. Мираш Асылбеков игілікті азыр атандашын үстінде. Чығып, чауыл десаған аракетін қылды, бірок. Ешқандай майнап чықпады. Бұл эпизод үшін 3 ұпай алған екен азыр Искендер Абдраманов. Жана есеп 3-2. Итак, друзья, здравствуйте. Благодарим Кубана Джумамединова за проведенный эфир. Сейчас у микрофона нахожусь я, Джамбол Турматов. И у нас весовая категория 79 килограммов. Искендер Абдраманов и Мираш Асылбеков сошлись в данном поединке. Что ж, лидирует пока Искендер Абдраманов со счетом 3-2. И вот здесь пытается работать уже Мираш Асылбеков. Чередует удары ногами, руками. И всячески пытается сейчас на своего оппонента пойти атаковать разными приемами. В принципе, разнообразие сейчас приемов от Асылбекова Мираша мы с вами видим. Тоже фиксирует сейчас Искендер Абдраманов. Ну, пока обоюдный захват здесь у нас с вами происходит. И остается 10 секунд до конца. Думаю, просто сейчас продержится до конца истеченного времени. А Искендер Абдраманов пытается за пределы вытолкнуть Мираш Асылбеков. И там звучит свисток. Собственно, и здесь, друзья, все, победа спортсмена в красной экипировке. Что ж, ну и ждем мы следующего выхода участников. Что ж, новый отчет времени в 5 секунд, 5 минут точнее, и мы начинаем еще одну очередную встречу на сегодняшний день соревнований. Напомню, весовая категория у нас 79 килограммов. И
Ну и тут все, друзья. Побеждает очень быстро. Сейчас Бишналы, Улу, Ахуналы. И проходит следующий этап. Что ж, уважаемые зрители, мы продолжаем. Появился Тимур Улу. И тут сразу 2 балла идет в актив спортсмена, который нанес лоу-кик хороший. Дальше еще один перевод от Алтынбека Улу Айтенгира. И попытка выхода на болевой. Сразу здесь наблюдается. 5-0 пока счет в пользу Алтынбека Улу. И сразу ищет варианты для болевого приема. И тот другой участник. Хорошо, сейчас попытка была еще и от Тимура Улу. Но никак она не оценится. Здесь дальше работает сверху хорошо Алтынбек Улу Айтенгир. Вроде позицию неплохую нашел. Хорошо зафиксировался сверху. И здесь подсказывают пробивать понемногу Айтенгиру Алтынбек Улу. Ну и попытка выбраться уже от Эдиля Тимурулу. Вот здесь можно на болевой выйти. Но тут вмешивается рефери, собственно. И все, друзья. Алтынбек Улу Айтенгир быстро, уверенно побеждает в этой встрече.
Что ж, друзья, продолжается встреча в категории 79. И вот здесь хороший отрыв есть. И падение чистое. 4 балла идет. Хороший, правильный перевод мы с вами увидели. Ну и удержание здесь сразу. Ну и 2 балла еще идет в актив Идрисова. Ой, хорошо сейчас попадает. Здесь пошел отсчет. Нокдаун был зафиксирован. И счет становится 6-6, друзья. Хорошо, вот здесь сближение. Еще один перевод. 8-6, неплохо. Вновь лидирует Бектур Идрисов. И 10-6 в пользу Идрисова сейчас. Неплохой разрыв есть. 4 балла. И здесь небольшая остановка. Мы видим кровотечение у оппонента Идрисова. И здесь нужен повтор этого момента предыдущего. Ну, тут рассматривают на момент падения, то есть чисто ли 2 или 4 балла за этот перевод давать. Именно вот этот момент нужно будет рассмотреть.
Ну и 10-6 пока, без изменений. Но, видим, мы все судьи собрались сейчас и вместе этот момент сейчас правильно трактуют и расценивают. Итак, все-таки 2 балла получили. И счет 8-6. Продолжаем. И опять же Дирис Абектур сейчас с большим еще активом и напором идет на своего оппонента. И еще один хороший перевод здесь. Разрыв опять увеличивается. Ну и 12-6 счет. А еще у нас остается 3 минуты чистыми до конца. Так, продолжаем, друзья, 12-6. Его здесь спину отдают очень неприятно. И вновь можно Идрисову поработать. Здесь попытка на болевой выйти ноги. Но быстро она оказывается незакончена. Что ж, продолжается встреча. Видно, выдохся. Сейчас самбист в синей экипировке. Пропускает неприятно. И здесь еще один перевод. За это тоже 4 балла должны дать. 16-6. И здесь пошло уже удержание. Ну и еще, друзья, 16-6. Так, ну и опять будет, скорее всего, здесь просмотр. Но мне показалось, что там были точно 4 балла. Что ж, будем ждать решения.
Итак, продолжается встреча. 15-6. И 2 минуты и 10 секунд у нас до конца встречи. Ну и все, друзья, здесь победа зафиксирована. И Идрисов Бектур побеждает. Итак, друзья, у нас продолжается чемпионат Крымской Республики по самбо. Сейчас уже не боевое. Только что у нас в своих весовых категориях спортсмены по боевому самбо выступили. Сейчас стартуют, собственно, по классическому. Весовая категория 64 килограмма. И тут есть в активе 2 балла. Ну и Бердибеков Бексултан и Шайлибеков Амантур встречаются у нас в рамках этой схватки. Итак, сразу у нас 2 балла получает Бексултан Бердибеков за свои активные действия.
в начале этой встречи их Бексултан непосредственно получил. Дальше вот здесь прекрасный прием. И еще есть 4 балла сверху. 6-0. Очень хорошо сейчас лидирует Бексултан Бердибеков. Хорошо, как поймал сейчас соперника. Дальше снова ищет возможность для подсечки. И пытается здесь оппонента своего раздергивать как можно активнее. Еще зацеп от уже Шайлюбекова. Неудачно. Так, тут вышли участники за пределы. Продолжаем за встречей следить. И еще одна хорошая попытка здесь на болевой выход. И все, друзья, Бексултан Бердибеков очень уверенно здесь побеждает. Ни одного балла не отдав своему сопернику. Тоже. Ну и вот следующая встреча, друзья. Утман Аликов и Арген Данапияев. Здесь сошлись, и сразу Аликов Кутман. Хорошо. Здесь забирает спину. Оппонента переводит. 4-0. Очень активный старт от Аликова. Дальше хорошо заходит вновь Аликов, но Арген Данапиев сейчас все контролирует. Ой, потрясающе, как поймал сейчас Аликов. Здорово, момент выждал. И, собственно, все, друзья. Досрочно Аликов Кутман в этой схватке побеждает. Ну, потрясающий прием. Ничего не скажешь. Как хорошо выждал момент и промеж ног прям свою ногу туда положил и потрясающе уже впоследствии своего оппонента переводит. Собственно, 8-0, уверенная победа. И мы двигаемся дальше по весовой 64 килограмма. Неплохая сейчас была попытка, но не совсем удачно. Здесь же была попытка контроля и на болевой выход.
но тоже не совсем удачно. Ну и вот, первый балл есть, собственно. И здесь потрясающе получение. Травмоопасно, конечно, было приземление, но увидимся в порядке. Продолжаемся. Продолжаем встречу. 4-1 сейчас. Все. И отсюда еще одна попытка выхода за спину. Но тоже не совсем удачно получилось. И, друзья, продолжается наша схватка. Бауыржан Бекболотов, Амантур Матаев. И счет сейчас 4-1 в пользу Бауыржана Бекболотова. Мы видели очень хорошо исполненный четырехбальный прием в исполнении. Ну, а первый балл как раз-таки в этой схватке получил именно Амантур Матаев. За счет того, что перевел оппонента. И здесь еще одна попытка на приемы выйти от Бекболотова Бауыржана. На удержание пытается сейчас оппонента взять, но не дает пока Амантур Матаев это осуществить. 5-1 в пользу Бекболотова. Но все равно вот здесь, кстати, удержание уже получилось. И тут, наверное, пойдет уже фиксация. И еще сверху баллы свои получит Бауыржан Бекболотов.
Да, есть 2 балла еще в актив. Счет 7-1. Ну и все, друзья. Здесь у нас победу одерживает Бекболотов Бауыржан. Что, друзья, продолжаем. Кубанычулу Адилет и Кузубаев Адилет. С одинаковым именем спортсмены. Но сейчас проверим, насколько разные у них навыки. Ну и тут первый балл забирает Кубанычулу Адилет. Дальше здесь пытается раздергивать Кубанычулу Адилет. Обходит, пытается с разных сторон. Так, и вот здесь хорошо ногу фиксирует Кубанычулу Адилет. Но дальше не совсем удачно. Кузубаев уже не позволил это осуществить в полной мере. И вот здесь еще попытка неудачно. Обороняется пока очень хорошо Адилет Кузубаев. Ну а Кубанычулу все так же не оставляет своих попыток, свои приемы провести. Дальше вот здесь снова попытка. Здесь новая попытка выхода на болевой уже. Но вновь неудачно. Вновь попытки уже от Адилета Кузубаева неплохие. Пытается тут через ноги, через подсечки перевести Кубанычулу Адилета, но не получается вообще у спортсмена в синей экипировке это осуществить. Дальше вновь здесь распрыгивает, раздергивает.
И вот здесь, может быть, получится. Но нет, пока вообще не идет ничего у Адилета Хозубаева. В целом счет Хубаныч у Адилета устраивает. Он тоже никуда не торопится. Здесь еще попытка зацепить. Вновь неудачная. Баллов никто не получил здесь. Захват нет здесь. Захвата тоже не будет. Вот здесь прием еще один. Нет, неудачно. Не удалось Хубанычу Ладилету здесь тоже этот прием выполнить. И остается у Хузубаева 39 секунд на то, чтобы вырвать для себя победу. Идет вперед. Останавливается. Передумал сейчас настигать своего соперника. И вот здесь будут ли баллы, да. Еще один балл идет Хубанычу Ладилету. Ну, конечно, этот момент будут, наверное, пересматривать. Хотя нет. Решение приняли. Еще один балл достается Хубанычу Ладилету. И продолжается встреча. 30 секунд до конца. Ну, поторопился немного Хузубаев. Так, и продолжаем. Вот здесь еще неплохо заходил Хубанычу Лу. Но и тут тоже без баллов. Остается 12 секунд до конца. Но вряд ли уже Хузубаев Адилет успеет. Здесь наоборот, вперед идет еще и Хубаныч Бекулу. И еще 2 балла сверху получил. Ну и там, в принципе, время, и все. Хубанычу Ладилет в этой встрече побеждает. Итак, следующая встреча — это Алиса Гындыхов и Темирлан Бекболотов. Все так же весовая категория 64 килограмма. Пытка была от Сагнахавали сейчас выполнить подсечку. Неудачно
все видит, контролирует Тимерлан Бекболотов. И вновь здесь попытки оппонента своего зацепить от Сагындыкова. Вновь попытка Тимерлана Бекболотова. Не совсем удачно. Ну и счет пока все еще у нас 0-0. Здесь, может быть, что-то получится у Али Сагындыкова. Нет, вновь неудачно. И вот здесь еще один заход. Нет, неудачно. И ровно 2 минуты остается до конца этой встречи. Здесь тоже баллов никаких не будет. Обороняются оба очень хорошо. Как и Бекболотов Тимерлан, так и Али Сагындыков. Хотя показывают 1 балл в актив Тимерлана Бекболотова. Сейчас неплохой разрыв в счете есть. Но, опять же, он не такой большой. Потому что еще и времени остается у нас полно. Удержания не будет. Туловище не касается земли. Собственно, успел перевернуться Тимерлан Бекболотов. Хорошо, сейчас поддавливает. Нет, неудачно. Вновь не удалось. Здесь прием провести. И 50 секунд до конца этой схватки. Еще попытка от Сагындыкова. Вновь неудачно. 30 секунд. Идет вперед Сагындыков, пытается раздергивать, но все еще не получается. 15 секунд до конца. Заход в 2 ноги уже такой от безысходности. Ну и тут все, друзья, время там вышло. И Тимерлан Бекболотов с счетом 1-0
в этой встрече побеждает. То ж, следующая встреча также весовой 64. Ну так, есть одно предупреждение уже. Белика Браканова. И вновь активные действия мы видим, но уже от Азата Аманбекова. Так, здесь попытка была на болевой сразу выйти. Очень хорошее, в то же время неожиданное решение. И тут вновь будут моменты этот, скорее всего, обговаривать для начала, потом уже, если нужна будет надобность, будут пересматривать. Но, как оказалось, надобности здесь никакой, по всей видимости, нет. Да, тут обошлись, в принципе, без повтора. Хорошая фиксация. И вот здесь можно. Потрясающе. Вот здесь уже очень красиво было. 4 балла. Великолепные идут. Сейчас в актив спортсмена в синем. Невероятно и очень красиво. Хорошо от земли отрывает. И дальше уже Аман Суеров просто потрясающе своего оппонента перевел. Но как оторвал от земли, тоже выглядело очень-очень красиво. Что ж, ну и счет пока 4-0. Итак, 2 балла еще идет в актив Аману Суерову. И вот здесь еще один
Потрясающий прием от Амана Суэрова. Ну и все, друзья. Схватка на этом заканчивается. Что ж, ну и продолжаем, друзья. Все так же встреча в весовой категории 64. Аманбеков Азат, Суэров Аман. Только сейчас, оказывается, прошу прощения, сейчас они на ковре. Ну и пока что у нас 0-0 счет. Да нет, 2 балла получил Азат Аманбеков. Здесь еще один перевод хороший от Азата Аманбекова. Мы наблюдаем, и 6-0. На 4 балла расценили это действие. И 3,5 минуты остается до завершения этой встречи. Лидирует Азат Аманбеков. Ну, скорее всего, не будет доводить до завершения. То есть постарается выиграть не по истечению времени. Но, в принципе, предстает такая возможность. Ей обязательно надо пользоваться. Ну и да, 8-0, собственно, все, друзья. Азат Аманбеков побеждает в этой встрече со счетом 8-0.